Всем привет! Расскажу сегодня про тонер бренда Haru Haru с экстрактом черного риса и гиалуроновой кислотой. Тонер пришел вот такой вот картонной упаковке. У меня объем 150 мл. Сзади указан состав тонера. Срок годности после вскрытия составляет 6 месяцев. Тонер бывает в версии 150 мл, вот собственно как у меня, 300 мл и 150 мл, но версия без запаха. Тонер абсолютно однородный по текстуре, он жидкий, как водичка, прозрачный. Здесь кажется, как бы по дизайну банки, что есть какой-то осадок, но это просто как бы такое вот окрашивание самой банки. Сейчас покажу текстуру тонера. Вот она вот, водичка прозрачная. Есть легкий запах маринованного имбиря. Причем с другой посылкой у меня приходила миниатюра этого тонера. И в миниатюре запах был намного выраженней. Прям такой очень приятный резкий запах.